Понеслась. Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, или Слава, называйте как хотите, а это Анета. Прошу любить и жаловать. Привет! Мы решили сделать видео, в котором один из участников будет петь песню, эта песня будет переворачиваться наоборот, а второй будет пытаться угадать, что же спел первый участник. Итак, ребят, погнали! Каждый из нас выбрал по три песни, которые гарантированно знает второй участник, и этот второй участник будет угадывать песни. Так что, ребят, счет на 3 очка. Итак, кто начинает? Ты, я. Давай на Суефа. Давай. Суефа. Окей, ты первая. Так, все, я одеваю наушники, я ничего не буду слышать. Да, у нас есть приложение, в котором то все дело будет делаться. Первая песня будет очень простой. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Прошу. Итак, все, да? Да. Ну, слушаем, что получилось. Что? Ладно, я не знаю, что это за песня, постараюсь ее перепеть. Шоу антифрагмента. А чё зна? Так, ну я попробую и узнаю, что это за песня. Так. Так, нет, я не знаю, что это. Ладно, я сдаюсь. Оригинал. Антошка, Антошка, пойдем ковать картошку. Одно очко идет в пользу Анеты. А теперь моя очередь. Да. Держи, одевай. Эту песню, ребят, я думаю, все знают. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Готово. Ну, прошу. Сейчас сатану вызовем. Эм, вадач, чеву. Ну давай проверим, насколько похоже будет. Это русская песня? Нет. Да! Сейчас загадаем ему кое-что посложнее. И мы с тобою будем вместе, как Сиды Нэнси. Ха-ха-ха, мучайся теперь. Да. Так, хорошо. Ну-ка, давайте послушаем. Это сложно. Я точно знаю эту песню? Да, мы с тобой недавно ее слушали. Итак, слушаем. Ну, попробуем попасть в концу угадать. С тобою будем вместе, как всегда. Сам ее включу. О, а конец прям вообще. Слушай, если бы я знал, что слушать, я бы угадал. Окей, хорошо. Моя очередь. Ну что ж, русских песен сейчас не будет. А я думаю, многие знают эту песню, и это будет несложно. What does the fox say? Прошу. Такая интересная имя у тебя была. Какую-нибудь подлянку мне устроил? Да ты издеваешься. Нет, я ему нормальные песни, а ты мне какую-то херню. Я бы прокомментировала, но что это похоже. Как мне это спеть? По-моему, я сейчас завалюсь. Ты не угадала? Вот называться. Вот называться. Не русская. Опять не русская? Да, опять не русская. Это вообще честно. Нет, ну это просто. Ну давай, ну попробуй. Да, ты издеваешься, это совершенно нечестно. Ну,
у тебя похож. Ладно, я не получаю. Итак, ребят, последняя песня, она решающая. Если я угадаю, Анета не угадает, то тогда будет ничья. Если я не угадаю, Анета не угадает, она победит. И если я угадаю, Анета угадает, все равно она победит. Итак, у меня есть шанс сыграться. Понеслась. Кто первый, я или ты? Окей. Одевай. Я думаю, многие эту песню знают. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Как-то так. Пробуй. Окей. Дижды бурла сорват, и тебе умирал т.д. Ну? Кстати, похоже. Это ария. Так. Песня. Этот парень был... А дальше не помню. Не слышу. Давай. Если знаешь, что да, слушать, очень похоже. Ну хорошо. Итак, так будешь считать, что она угадала. Итак, 2-0. У меня есть шанс хоть не в сухую слиться. Да, Дима, шанс слиться не в сухую. Миллион, миллион, миллион алых роз. Так быстро? Да. Ну, ладно. Простая. Сорхила, ноли. Сорхила, ноли. Ну, давайте попробуем. Миллион, это я угадал. Это полегко. Миллион. А вот Рос Меладзе, по-моему. Ну что ж, и так получается, что Анет угадала 2 раза, я угадал 1 раз. И так она побеждает со счетом 2-1. Похлопаем ей. Ваши лайки, ребят, будут посвящены ей. Если вам понравилось видео такого плана, ребят, ставьте лайк. Если вы рады, что она победила, поставьте лайк. А с вами был Шет и Анета, друзья. И если вы с первого раза подписываетесь на канал, вступайте в ВКонтакте, подписывайтесь на Твиттер, Инстаграм, ссылки будут в описании. А с вами был Шет и Анета. Всем удачи, всем пока! Ой, что будет происходить, а? Я не могу двигаться, меня это пугает. Рослый, нет, твою мать! Кто в этой комнате со мной рядом находится?